Итак, главный вопрос. Почему засоряется канализация? В большинстве случаев это происходит из-за того, что влажные салфетки, ватные палочки, окурки и даже подгузники и женские средства личной гигиены жильцы квартир не доносят до урны, а бросают в унитаз. Наказание за это не предусмотрено, остается это на их совести. Буквально каждый день на очистные сооружения Бреста приплывает то, что, по сути, должно направляться на мусороперерабатывающий завод. Очистить сточные воды порой бывает сложно и вот почему. В унитаз желательно не бросать средства личной гигиены, памперсы, влажные салфетки, поскольку это проблема для очистных сооружений. Влажные салфетки в большом количестве поступают на решетки, решетки забиваются, оборудование ломается. Людям, которые работают непосредственно на станции, приходится вручную все это вычищать. На самом деле это очень большая проблема. Можно, в принципе, бросать только туалетную бумагу, которая может раствориться. Сточные воды преодолевают большой путь. Сначала они стекают в систему канализации, после на очистные сооружения и очищенные от мусора возвращаются в водоемы. Для того, чтобы отфильтровать воду, на станции используют специальные решетки. Именно в них и задерживается мусор. Основная проблема – влажные салфетки. Они здесь гости частые. Коварность в том, что эти гигиенические средства не растворяются, не рвутся, а растягиваются и наматываются на решетки. Сброс влажных салфеток в большом количестве бывает и несколько раз в сутки. Ну, 1-2 раза в неделю это стабильно происходит. Человек в первую очередь себе создает проблему, забиваются канализационные трубы, которые приходится потом прочищать. Ежедневно сюда поступают порядка 80 тысяч кубических метров воды. В период дождей доходит до 110 тысяч. Справиться с переработкой такого объема жидкости позволяет новейшее оборудование, приобретенное и установленное в рамках масштабной модернизации. Напомним, проект международный. Финансовая поддержка осуществляется за счет кредитных и грантовых средств международных банков и финансовых фондов. Сегодня работы на финишной прямой. Сдадут объект в сентябре. Буквально вот на днях закончили строительство биологических фильтров с очисткой воздуха. И тоже на сегодняшний день на них происходит установочная работа. Все объекты, которые были предусмотрены в этапах строительства и реконструкции очистных сооружений, в завершенном состоянии. Народная пословица гласит: «Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая». В общем, если мы хотим, чтобы вода в реках и озерах была чистой, а обновленная станция очистных сооружений работала без сбоев и в квартирах не было засоров, нужно всего лишь выбрасывать мусор в урну, а не в унитаз. Согласитесь, это несложно. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БукТВ.